Сегодня мы привыкли, что фотографировать можно на цифровую фотокамеру, ну даже уже простейшая модель телефона имеет фотоаппарат. То буквально 30-40 лет назад фотографирование это было неким действом, таким чудным таким чудом считалось. Вот. И для того, чтобы фотография выходила качественно, изобретались, внедрялись интересные такие, как бы говоря современным языком, гаджеты. Был такой фотоаппарат «Смена», в котором не было встроено дальномера. А люди, не все же обладают природным дальномером. Например, вот мне очень тяжело определить расстояние. И вот такой приборчик, кстати, очень такой надежный, выпускался он в середине 50-х годов. Одевался на фотоаппарат «Смена», но, к сожалению, «Смены» у нас нету. Вот. А фотоаппарат «Зенит» был достаточно дорогим удовольствием. Ну, у него же был, кстати, дальномер. Одевался этот приборчик, дальномер так называемый, на фотоаппарат, смотрелось в окуляр, и вращением колесика два желтеньких изображения соединялись в одно. И потом уже на шкале можно было смотреть, определять расстояние и выставлять нужную экспозицию. Расстояние было от метра до бесконечности. А в чем еще интерес этого приспособления? Его упаковка, ну, и на сегодняшний день не лишена изящности. Вот такой оригинальный, компактный кожаный футляр.